За 4 истекших сезона зрители уже успели полюбить искрометный сериал под названием «Папаньки», в котором незадачливый папаш попадает в самые непростые ситуации. Артисты «Дизель-студии» и здесь не подкачали, продемонстрировав высококлассную актерскую игру. Теперь поклонники сериала с нетерпением ожидают продолжения картины. Напомним, главные роли в картине исполнили Егор Крутоголов, Евгений Смарыгин, Андрей Фединчик, Виктория Булей.